Потолка, пожалуйста. А куда ему садиться, посмотри? Сёма, ты русский путь выбрал. А что, реально тяжело? Я говорю, это тупая вещь. Чувак, подожди. Чувак, отойди, да я... Убери. Только туфли сними. Так ты сейчас прыгнешь. Не понимаю, реально. Нет, сюда. Хватайся за эту почку. О, боже мой! Ваши впечатления? А я так высоко еще не знал. Давай теперь ты так. Все, давай. Ой, Лепота, снимай лампу. Красивый. Ой, тут сложнее, что. Сложнее, конечно, там больше уровня. Ты как чувак-бизнесмен банкрот, знаешь, на стену лезу. Таких брюк и пьяных. На работу. Все, давай. Они не лазят, а просто... А тут есть человеки-пауки, которые на крышу еще лезут? Ну, там же есть тоже штуки, за которые можно схватиться. Давай, до потолка хотя бы дотронься. Да не отдирай ты их. Все, теперь девочки лезут. Аня? Ой, так. Нет? Аня, можешь вот так?